этих двух команд. А тем временем уже стартует постепенно игра, поэтому я предлагаю вам ворваться на Vertigo и посмотреть уже со мной вместе эту замечательную игру. Всем еще раз привет. Еще раз поздороваюсь, кто только что пришел на этот канал. Для вас по-прежнему мятный. Вот такая история. Защита для команды Onerys, Alternate Attacks будут атаковать, что, в принципе, название у них также указано весьма неплохо. Полетели гранатки всякие разнообразные, но для Alternate Attacks как бы не густо, не грустно, как и для команды Onerys. Есть два саппорта для поляков, это Призм и Нео, есть там и дефус-киты, и смоки. Для команды Alternate это также два саппорта, только там в присутствии молотов. На руках у Кресси плюс две флешки и два смока. Поэтому такой довольно ровный получается пока бай. Видим двух игроков на центре. На пленте особо никто не трется у команды Onerys. Вот только сейчас поступает какая-то живая сила. Это призм, который издалека смотрит подходы команды Alternate Attacks. Может прокинуть хаешку, может еще и поддержать игроков атаки смоком. Но атака ждет какого-то поджима от Onerys. Но никто не действует. Вообще никто не действует. Даже близко, даже вот на пол бубличка никто не выходит. Только сейчас Стефан будет просматривать апленд. Брейка уже пошел в поджим-центр. Говорит, ребята, здесь никого. Пойду смотреть дальше. И, возможно, выход на апленд ожидает нас от атаки, поскольку здесь все 5 игроков. И это будет довольно сложный ретейк для Onerys, если там не постарается призм со своим юспом, либо не сработает спина. И вот все эти идеи, при том, что уже пошли перемещения под аплен, призм так где-то очень далеко ждет, влетает молик от атаки, не получившийся, потому что сами себе под ноги его кинули фактически, и дальше уже пошли, Рейка в спине, Рейка будет чекать, ага, тут у нас фраг, дает фраг на Рейка, ситуация в большинстве для команды Onerys, но еще есть раскидка, есть допускиты те самые, и какой-то шанс имеется, Стефан погибает от призма. Скранк пытается с иском подработать хелпу. Там вроде бы есть игрок защиты. Получает дэмэджа таз. Влетают смоки. Дефуз-киты тоже имеются. И, возможно, сядет кто-то сейчас на дефуз. Потеряет двух игроков. Пошел дефуз. И с ножом Крейси пытается найти для себя фраг. Но это был минус от Слакса. И первый раунд достается команде Alternate Attacks. Опять же, можете обратить свое внимание на правый верхний угол, где написано, какую карту играем, кто ее выбрал. Соответственно, Alternate Attacks выбрали себе карту Vertigo. Мы ее сейчас играем для Onerys — это карта Dust 2 и Train карта Decider. Можете подсказывать людям в чате, чтобы не отвечать на такие вопросы. Просто говорит, посмотри во время фристайма на правый верхний угол. Все, легчайшее обозначение того или иного события. Что касается карты Vertigo, у нас пока что здесь Force Buy. Попадание есть от Стомпа. Стомп очень хороший снайпер. Сам по себе тут же пошел Стефан рубить пацанов налево-направо. Дает с юмпа два фрага. Очень приятно, где он был момент, и тиммейта подсейвил, и себе 1200 нафармил, ну и, конечно, инициативу проявил на пару фрагов в этом раунде. Информация есть по игроку защиты, получает сейчас Рейка хаешку, не так много дэмэджа впитывает, ну и сейчас Стефан будет на контакте против Нео, но тоже погибает, Филипп Кубский. Сыграл неаккуратно, решил, что нужно посмотреть некоторые моменты, голова от Рейка, возможно, еще один фраг для Рейка, не влетает патроны, Рейко, что-то с ним немножечко сегодня не так, хотя попадает тоже довольно бодро. Из Авика были от него фраги на дасте втором против команды Endpoint. Очень битая команда Onerys. Прилетит сейчас хаешка. Не получается с дигла. Ни у Таза, ни у Рейка. Второй для команды Alternate Attacks. Я еще пытаюсь вспомнить события, кто на живой раунд выиграл для себя. Это были игроки команды Onerys. Взяли себе дефенс. Ну, не знаю. Можно было, в принципе, атаку брать. Никто бы от этого не пострадал. Совершенно точно. Матч параллельный. Как я уже говорил, это Lingby Vikings против команды Endpoint. Там у них карта The Train. Пока что ведут по счету Lingby Vikings 2-1. И там выбор команды Endpoint. Ну так, еще буду обращать внимание на параллельный матч во время каких-нибудь экономических раундов, либо пауз, чтобы вас тоже держать в курсе, что там происходит в том самом матче. Смогут ли Endpoint раскачаться? Потому что против Onerys было совсем все очень печально и страшненько. На самом-то деле пытается скранкнуть для себя фраг, фармит плюс 600 на стомпе. Первый польский опорник упал, но это все равно очень плохой бай. Даже не бай, а просто экономический раунд для команды Onerys. По 250-й у Рейка, одна флешка на всю команду. И такое, наверное, будет крайне сложно выиграть. Даже не наверное, 100% будет сложно выиграть, но попытаются ребята хотя бы выбить пару девайсов. Но это не получается. Нет, Атас находит два хедшота сейчас по голове скранка и оформляет хотя бы один минус для себя. 3-0. Начало для Alternate Attacks. Беззаговорочное. Здесь как бы
Пока все очень хорошо. Ну, давайте, наверное, взглянем на кэпчи, которые предлагают наши друзья из Prematch на первую карту. Это 1.20 на Alternate Attacks, ну и также 4.20 на команду Onris на карте Divertigo. Пока все, наверное, очень логично, потому что, вот опять же, статистика, быстро прервемся понять, 25 Vertigo сыграли Alternate Attack за последние 3 месяца, и процент выигрышей 80, это довольно серьезный процент побед. Скранк не отпускает стомпа, взрывает сейчас Скранка в ответ. Ну и 8 карт у команды Onris, где только в половине случаев они эту карту забирали себе. Перестрелку выигрывает Тасс против Мирбита. Битый Слакс Кресси тоже на хедшот с Эмки. Поэтому в этом раунде есть некоторое опасение, что не справится команда Alternate Attacks. Хотя Стефан выходит на плен. Здесь есть опорник, это призм, который пока ни сном, ни духом, а где же находится игрок атаки. Но тут уже дается информация. Погибает Стефан. Это 2 в 4 меньшинство для коллектива Onris. Для команды Alternate Attacks, прошу прощения. 29-хиповый Слакс и Кресси, как я уже говорил, на хедшот. Нужно прям очень сильно заплатить ребятам из Alternate Attack, чтобы такое заточить сейчас. Да, бомба на руках имеется под флешку. Тиммейта Кресси будет ставить пачку, и ретейк пойдет, но дефуз китов пока не видно. Смог продлевает Кресси для себя. Выход от призма, погибает, получает хедшот. Тут же промах снайперской винтовки, Нео также отваливается, и уже сейчас 2-2. Да, по-прежнему биты ребята, но Кресси внедряется в смоки, тут у нас сейчас пойдет Рейка, погибает также Аслакса, и отваливается от хедшота еще и Тасс, 4-0 за командой Alternate Attacks. Пока что бесперспективненько. Onris очень похож на то, как они сами наваливали по команде Endpoint. В прошлой карте здесь альтернет их пока что не щадят. Надо еще будет по сторонам посмотреть, что у этих команд на данной карте. Может быть, играют на своих слабых сторонах. С другой стороны, зачем, выиграв на живой раунд, брать себе слабую сторону, правда? Альтернеты. 53% в защите против 47% в атаке. И команда Onris играет на своей, ну, не то что прям слабой стороне, но стороне послабее. 48% за дефенс против 52% на атаке. То есть команды сейчас по факту сражаются на своих более слабых половинах. Тасс, хороший поджим по Кресси. Видит еще одного противника, попадает по Слаксу. Но пока это никак особо сильно не влияет на ход раунда. По Тазу. Ой, Тасс получил хаешечку. Размен от Слакса, с чешки не получается у Таза. Во второй раз перестрелять оппонента. Погибает от Рейка уже с подобранного девайса Скранк. 3 в 3 ситуация. И сейчас побегут ребятки. Ага. Слакс хорошо здесь прошивает. Но там ДСПшка, она не особо сильно толстенькая, поэтому очень больно. Ну и Слакс добивает. Нет, это уже был Стефан. Добивает Нео. Это счет 5-0 за команды Alternate Attacks. Денег у атаки довольно много. Там 12 кассиков у Кресси. У остальных ребят тоже хватает денег. Слакс тоже за десятку. Больно-больно команде Onris на вражеском пике. Пока что в матче параллельном 3-2 ведут эндпоинты за атаку на карте The Train. Возможно, четвертый также для них. Но вот насчет викингов не знаю. Не так часто попадаются, но это вижу, что у них там была победа над командой Heretics 2-0. Проигрывали уже 0-2 команде Endpoint. Отлетели сегодня от команды Alternate Attacks. И вся вот эта вот история. Тем временем, Тасс почти погибает, 5 хп остается, призм прикрывает тиммейта, погибает Скранк. Эта ситуация 5-4, хаешка неудачная, под себя же вроде кидает игрок атаки, либо показалось. Отлетает Кресси. И может быть первый раунд для команды Onris сейчас будет? Может быть, но 5 в 3, было уже 4 в 2, это отдали. Сейчас 5 в 3, это можно, в принципе, пытаться тащить. Но там Рейка битый, Тасс битый. Если какая-то хаешка влетит по ним, то, конечно, будет очень больно. Максимально больно, я бы даже сказал. Но мы сами знаем, что по стрельбе мы уже видели команду Onris. Сегодня не попадали очень здорово. Либо не попадали эндпоинт. До сих пор не могу понять, какая именно история работает. Гипсокартон. Ну, возможно, гипсокартон. Слакс. Находит стомпа. Авик теперь у Рейко. Влетает раскидка. И Слакс вместе с тиммейтами заходит на точку А. Будет ли какой-нибудь успешный ретейк для команды Onris? Но пока похоже на то, что было в прошлом девайсном раунде. Через смоук Нео находит фраг на Стефана. Нео 8 хп, Тасс 5, 14 у Рейка. Можно вот реально Слакс с дефицитом работать. Добивает Нео.
Была информация, что попадание было такое довольно критичное. Сейчас, ну и по факту фоловый призм должен как-то воевать. Нет гранат уже у команды Онарис. Пошел дефуз. Нет, это ошибочка. Тас погибает. Снимает мирбит еще и рейд. Остается последний игрок защиты. Это призм. Тот самый. Информация есть по одному игроку. Атаки, но по второму нет. Пытается нащупать бомбу. А здесь мирбит ровно по спине. Что с командой Onris? Да, вот вопрос после Даста второго. Дают раунды 4 в 2, 5 в 3. И отдают команде Alternate Attacks 6-й раунд. Безответный. Пока да, пока беда. Для поляков. Прям бедовая-бедовая. Но, конечно, коэффициенты уже не смешные. 8,5 на команду Onris и 1,05 на команду Alternate Attacks в рамках карты The Vertigo от наших друзей с Prematch. Но 6-0, как бы фавориты в этом матче Alternate. Не знаю, что будет на Dust, мне кажется, они там поверенно будут себя чувствовать, но нужно как-то прощупать противника команде Onris изначально. И попробовать. Что придумает Onris? Это будет Force Buy для них. Ну как даже Force Buy? Хороший такой плотненький бай. Две М-ки, ФАМАС, еще ФАМАС. И для Таза это будет еще одна М4, А1С. Ну там денег в атаке слишком много. Вот прям максимально много. Что с этим делать? Онрисом брать 2, 3, 4 раунда подряд. Ну ладно, не 4, конечно, раунда подряд, но нужно брать 3, чтобы выбить экономику противника, потому что там какая-то поставленная бомба, плюс лустрик, каждый раунд будет капать какой-никакой, там 1400-1900, это уже практически на один бай хватает. Поэтому сейчас, конечно, нужно ребятам из команды Onris вот прям сейчас браться и браться. Смоук хорош залетает тем временем на буст. И с этого буста уже команда Onris не сможет сыграть. Призм находится на боковухе, ждет какого-то брынчика, находит фраг на скранке. Отличная флешка от Таза, но и команда Alternate Attacks должна искать для себя размен. Какой-никакой. Пока что смог под рампу. Игроки команды Onris смогут ли нащупать? Они дают столько много энтри, но зацепиться за раунд у них не получается. При том, что дают какие-то хорошие размены и прочие вещи. Ой-ой-ой, как сейчас врывался у нас Таз неплохо, дал много дэмэджа мирбиту. Но потом максимально быстро отъехал. А мог собирать двоих, если там повезло, если бы не было прикрытия от Кресси. Призм играет под смоком, летает молик. Молик под буст. Ой, как Кресси-то сносит призма сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Через смоук на ощупь. Здесь Фамаса влетает. Один фрактор, он не влетает. Рейка находит свой размен. Минус от Рейка еще один. 2 в 2. Битый мирбит. 6 кп еще живет до конца. Слаг с фуловой снайперской винтовкой. И снова выход на аплент. Мы еще не видели ни одного выхода под базу. Серьезно. Рейка взрывает мирбита, но дальше погибает от Слакса. Идет у нас игрок с бомбой. А по новой информации нет никакой. И здесь же отваливается Слакс. Первый для команды Onris. Алексей вас бустер зовет. Какой Алексей? Успокойтесь. Ну, в названии же написано, кто комментирует, ребята. Ну, камон, эврибади. Вы чё? Не огорчайте мятного. А вот теперь уже бай похуже для Onris. Да, есть авик для стомпа. Но в целом это две фармилки. Одна М4-1С и также ФАМАС для польской дружины. Против хорошего, отличного бая для команды Alternate Attacks. По факту, Onrisом, если они сейчас возьмут раунд... Ой, там как в смоках разминулись. Стас находит размен на Стефана. Флешка ни в глубь, ни в бровь, ни в глаз. Скранку перед противника. Сейчас будет погибать снайперская винтовка команды Onris. А он там, по-моему, еще второго, да, спалил? И скранк такой, здравствуйте. Что вы тут делаете? Нате вам хэдшот. Рейка за плентом. Получает скранк. Попытка убить, а чё ж ты отворачиваешься, Рейко? Он же не добил и начал отворачиваться, но беда. Беда случается. Нео последний, Филипп Кубский, опытнейший игрок команды Onris. Когда-то выигрывавший много всего. Я вот не пойму, у кого бомба в руках. У Кресси. Кресси у нас номер 0. Мирбит чекает базу Б. Тут никого, возможно, подзовет тиммейта.
Мол, друг, ходи сюда. А Нео тоже на базе Б. Ой, такая щекотливая ситуация на самом деле. Но альтернеты вроде бы хотят на базу Б выходить сейчас. Да, выходят на базу Б, там Нео готов, Нео в позиции. Для него, в принципе, вариант отлично, либо будет сейвить девайс, либо принимать точку. Сейчас он угадывает с позициями команды Alternate Attacks. Выходят игроки, получает первый хедшот, время 10 секунд, убегает либо на время, либо получает хедшот от Мирбита 1-7. Команда Alternate Attacks чудом, на самом-то деле, сейчас забирает для себя раунд, поскольку были шансы для Onris, именно для Neo, дать дабл и сыграть на время. То есть там вариации были. Как-то покрутиться, попытаться, хотя там далеко-то не убежишь. Либо дать еще один фраг. Пауза для команды Onris. Будут поляки думать, что делать в этом раунде. Вряд ли это будет форс, потому что не хватает там на эмки. Ну, на фамас хватает. Но, с другой стороны, там и экономика. Хотя, подождите. Экономика противника там может не то что по швам трещать. Она вообще может закончиться, если форс оформит Onris, заберут его, то деньги будут только у Мирбита из кранка. Но так рисковать вряд ли будет команда Onris. Скорее всего, 2 кабай. Покажут нам сейчас какие-то диглы первоарморы и потом попытка закупиться. Что там у викингов? О, как летят там викинги. 3-7 за дефенс на карте The Train. Но это опять же не их карта, собственно, поэтому тяжеловасто будет ребятам. Ох, как тяжеловасто. Они еще и вертига пикнули против Endpoint. По-моему, там ГГ 0-2 для викингов. Хотя против альтернетов постарались, возможно, на вертига удивят противника. Тем более у них победа над командой EDTX есть, над командой EGO. Что довольно дорогого стоит. Может там еще эндпоинты и отлетять. Как утки. Тасс получает хедшот от Кресси. 4 в 5 меньшинство для команды Onris. И попытка разыграть 2 кабая. То есть мы видим сейчас парочку диглов, парочку 50-х, один первый армор. Ждет Мирбит Нео, но пытался поджимать, но все эти поджимы команда Alternate Attacks ожидает в полной мере. Мирбит замечает противника, получает еще и рейка, погибает призма. Это последний стомп на бусте Аплента. И здесь его, по-моему, не заметил скранк, но жить осталось для защиты недолго. Все, тут уже все, влетает хаешка, стомп, хаешка получает кучу дэмэджа, еще и в прыжке скранк оформляет стомпа. Вот тебе бабушка и новые колесики. Вторая карта даст. Да уже рофл это немятный забей. Окей. Я просто не всегда там вникаю в рофлы. Я не понимаю. Типа, я могу понять, прилично общение рофлит человек или нет. А вот при общении в интернетиках пока не очень понятно. Рейка вместе с тиммейтом будут оборонять базу Б. Тут у нас уже пробрался сканк. Немножечко информация есть по игрокам атаки. Еще одна хаешечка влетает. Никак не влетает эта хаешечка. Еще молотов. Выманивает команда атаки очень много гранат. Максимально много гранат из защитников. Ох ты. Рейка был в миллиметре от... Хотел сказать это слово, но потом подумал, что уволят. Ну его нафиг. Но нет, здесь все пока максимально простенько. Итак, возьмут ли себе Onris двоечку на карте The Vertigo? Вертига. Головокружение. Кому как больше нравится. Не знаю. Пока что без фрагов вообще в этом раунде. Прошла больше уже чем минута времени. А никто себя еще никак не показал. Мирбит ждет выход на центр. Рейка пока что не подставляется, но где-то очень близко к бусту находится. И, возможно, сейчас кто-то погибнет на центре карты. Пошла раскидка Аплента. Опять же, на Б почему-то Alternate Attacks не ходят. Пошли только однажды. На точку Б. Когда были 2 в 1, буквально в позапрошлом раунде. Рейка находит фраг на Мирбита. Кресси может дать размен. Кресси оформляет фраг на призму. Остается лоу-хипом. Начинает топить с буста. Игрок защиты, но очень много гранат влетает на апленд. И здесь же Кресси с тиммейтами начинает свое движение. Ставится пачка. Не ставится пачка. Ставится пачка в дефолте. Нео прошивает с кранка. Это 4 в 3. Такой мы уже где-то видели. Погибает от слакса еще и Рейка. Попытка разменяться. На Стефан. О, как повезло Стефана, что на него взор обращен не был. Стом дает размен. 2 в 2. По позициям биты Кресси, но гранаты, кстати говоря, у дефенса есть. 2 смока.
От Слакс отваливается Стомп, остается последний Нео. Попытка фейк-дефуза. Не, не будет. Побаивается. Хочет найти какой-то фраг для себя сейчас. Ну а там в упоре есть игрок атаки. Нео дает фраг на Слакса, начинает дефузить бомбу. А здесь Кресси... Тра-т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 а! И смог развеивается, и Кресси буквально за секунду до беды дает свой хедшот. А кэпчик еще есть? Кэпчик еще есть. 11 ровно на команду Onris, 1-0-2 на команду Alternate Attacks в рамках карты The Vertigo. Да почему Vertigo, если Vertigo? От наших друзей из Parimatch. Выдыхайте, ребята. Выдыхайте. Все в порядке. Спасибо, зарядка. Ну и снова. Даже не 2 кабай, а 3 кабай. Для команды Onris. Первый армор только у Рейка. В руках PDC-50 и чешка. И Дигл 2. Дигла. Но такой бай вряд ли выиграет Onris. Вот прям очень сильно сомневаюсь, что такое случится. Ну прям... Слишком мало ресурсов. Гранат нет, а один армор? Не. Скорее всего, нет. Но только если какой-то 1-2 фрага дадут, подберут девайсы, и тогда maybe. Вот прям maybe. Но... Тут уже чуть не отваливается Таз. Погибает от Томпа еще один игрок. Скрант неплохо затопил. Погибает от Таза. Размен от Слакса. Пытается Слакс отойти. У Нео уже есть девайс. Получает хедшот от Нео. Бомба у нас где? Бомба у Кресси. Ну а там снова выход на плент. Внезапно, да? Опять. Просто внезапно. Тасс находит фраг на Стефана. 2 в 1 ситуация для Кресси. Молотов летает ровно под ноги Кресси. Пытается отрабатывать. И здесь же Кресси убивает одного. Но дальше ложится от Нео. Это внезапный раунд для команды Onris. Чего? Мы с девайсами не берем. А без девайсов мы берем. С одним армором. Да, Onris? Прикольные вы, ребята. Что-то я смотрю, там и викинги тоже кошмарят команду Endpoint. Постепенно взяли уже 3 подряд. Да, по-прежнему для трейна это очень печальная история. 6 раундов в защите против 7 в атаке. Но, типа, там еще какой-то бой точно будет. По крайней мере, в отличие от нашей карты, там хотя бы какая-то более-менее интрига. Есть то, что аутсайдер может побороться на чуть ли не равных с фаворитом. Такие темные-темные лошадки. Здесь же пока две более равные команды. Пока друг друга не особо сильно ощущают. И снова под аплент. Я не знаю, мне кажется, Onris может остановиться в 4А. Отыгрывать. Ну, один центр, 3А плент и один на точке Б. И они еще никогда не прогадают. Потому что выходы под точку А уже получается 11 из 12 раз. Только однажды пошли на Б, и то это был уже вынужденный маневр, когда база Б была проверена при ситуации 1-2. Вот такая история. Таз прокидывает смок на рампу. Чтоб там люди не баловались. От слова совсем. Ну смотри, там викинги прям реально взяли за команду Endpoint. Прям так страшненько становится за Endpoint вновь. У меня просто есть второй монитор. Я там смотрю, ни в коем случае я не с телефона. Он жалко, батарейка слабенькая. Скан дает фраг, 1-2. Без разменов для команды Onris. Отваливается еще и Нео. Молотов на рампу, Стом, беги. Беги, Стом, беги. Оп, флешечка. А, Стом все равно стоит, смотрит. Не стреляет, ну и ладно. Но должен быть 10-й для команды Alternate Attacks. Деньги нужно подсейвить. Девайс нужно подсейвить, и деньги тоже. Ой, Стом, как прикольно все сделал. Под флешку Мирбита. Вырубил Слакса в смоук. Какой неугомонный, а? Просто какой же неугомонный. Не, нужно эти сейвить. Там какие-то деньги есть у ребят. Стомп еще отстреливает ребятишек из команды Alternate Attacks, но походу сейчас будет огибать. Вот. Кого? Стомп, на что ты надеешься, родненький? Просто беги. У тебя нет шансов. Но он так пошумел, типа готов сражаться, и вот эта вся история, и потом решил, что нужно все-таки действительно делать крибли-крабли-бумс и бежать в направлении сейва своей снайперской винтовки, о чем тоже Alternate уже поняли, и пошли сейвить свои девайсы, Стомп уже скрывается в неизвестности, даст дроп по тиммейту, может быть, даже пару дропов, Нео купит себе сам, а вот Фрейка и Тазу можно будет прислать подарочек в красивой упаковке.
Да, 7000 со счета стомпа улетело мгновенно. Закупил раскидку, дал две эмки. Гранат довольно много у команды Onris, а вот раундов нет. Простите, это реакция на плохую защиту на вертига. Немножечко неадекватная. Но это нормально. 5-5 пока ситуация на этом раунде. В этом раунде, прошу прощения. Влетает флешка, и Скранк ровно выходит на игрока с защиты. Погибает еще и призм, погибает таз. Отваливается стомп. Очень открыто в поджим играли игроки команды Onris. И втроем погибли. Моментально быстро. Нео, скорее всего, тоже погибает здесь. Да, это легчайший девайс на раунде. Команда Alternate Attacks. Им даже ничего не пришлось сделать. Они просто взяли и взяли. Какой-то не вертига, а фаст тиго. И вот опять же, есть сомнение, что у Onris получится в атаке так же бодро, как и в защите. Точнее, как в атаке у команды Alternate Attacks. Какие-то, может, пару раундов возьмут, если возьмут последний раунд, но насчет какого-то камбэка или даже ТБшки пока что приходится очень сильно сомневаться. 16-11, думаете? Да, maybe. Пошли искать Рейка, чтобы не оставлять за ним право сейва М4А4. А он даже фраг не делает. 12-11. Это был не спойлер. На самом деле, это был не спойлер. Просто 2-11 хотел сказать, а почему я сказал 12-11? Полная, тотальная аннигиляция. Просто колоссальное преимущество по всему, что мы видим на этой карте. Но, конечно, никаких уже тут кайфчиков ничего нет, поэтому держите баннер. Можете найти не подобные, а прям квадратники. Баннер со 100% бонусом по первому депозиту от наших друзей Sparimatch. Если таким, конечно, увлекаетесь, вам такое нравится, разбираетесь и все вот это вот. Потому что если не разбираетесь, ну нафиг лезть туда вообще. Тот на викинге. Все-таки отдали 2 ласт раунда. Был счет 6-7, на защите не стал 6-9. Но вот вроде бы берут первый пистолетный. Сейчас еще и антифорс могут взять и выйти на счет 9-9. Если Майти Макс им это позволит. Будучи 1 в 2 против 5-хипового Бертфр... Как? Его убили, все равно это неважно. Против Каби остается. А, Бертфромский. Господи, такой никнейм. Тут можно лицо сломать, пока такое прочитаешь. 2 кабай для команды Onris. Есть первый фраг на таза. Плюс-минус видно призма. Призм прыгает, призм погибает от Скранка. Это 3 в 5, меньшинство есть. Но, правда, Нео пытается его как-то стабилизировать сейчас. Слакс отпускает Нео. Со скаута попадает... кто у нас там попадает? Стомп, но отваливается от Слакса. Все, Нео с Рейка вдвоем. Там дигл и у Рейка непонятно нож. А там 2 дигла получается. 2 дигла, ну и выход снова под аплент. Можно как-то посмотреть разыгровку по точку Б. Ребята из команды Альтерны, хотя бы на последнем раунде. Алло. Это же не карта атаки Аплента. Аплент Атак какой-нибудь. Очень созвучно с Альтернет Атак, да? Аплент Атак, Альтернет Атак. Я умею в каламбуры, да. Замедленные повторы, эти звуки. Очень забавный звук, по-моему, самый забавный звук, который я слышал с замедлением в повторе. Это был звук Зевса. Не Даньки Зевса, а в смысле шокера Зевса там. Там, да я такой даже не повторю. Даже пытаться не буду. Да, карта Dust 2 это выбор команды Onris, которые успешно наваляли команде Endpoint. Ну и собственно, смотрим, что у нас в раунде последнем. В первой половине пока что первый фраг залетает в копилку команды Onris. Поляки дают свой фраг, летает флешка. Попытка, но Слакс, какой ты, смотри, тертый калач. Там еще призм через мог получает хедшот. И на ровном месте у команды Onris 2 бойца такие: хе-хей, пацаны, пошлите. Пойдемте. Пошлите, это пошлое слово. Пойдемте на даст. Вертига не наш конек.
Да, ну и ссылочки я скину в чат на свои всякие социальные сети. Можете подписываться и туда, и сюда, и на третью. А можете на одну. Какая вам больше нравится. Там есть и Twitch, и Instagram, и ВКшечка. И так от Таза тоже есть. Слакс неплохо попадает. Савика. Чувствуется, мне будет очень сложно команде Onris на Dust 2. Очень сложно. С такой-то игрой. Видимо, альтернета тоже себя чувствует весьма и весьма бодро. Убивает Рейка Кресси, но дальше добивание от Слакса. Это 2-13 на первой половине карты Вертига. Альтернеты здесь, конечно, боженьки. Боженькие. Ну а мы уже приближаемся, наверное, даже к окончанию карты Вертига. Без пистолетного раунда команде Onris вафли. Шоколадные. Шоколадные вафли. И без первого девайсного, и без второго девайсного, и без третьего тоже. Абсолютно точно. Вот я прям даже без какого-либо сомнения. Изи 16-13, 100%. 100% здесь, конечно, сейчас будет максимально полноценный камбэк, но это не точно. Совершенно. Пока похоже на 16-2, честно говоря. Скан готовит хаешечку, хаешечка пошла. Неплохо попадание по стомпу есть, две хаешки залетает, минус человек у команды Onris. И чё-то там Таз где-то вообще на центре карты. Нео в позиции, с которой уже потом не уйти. Погибает еще и Таз. 3 в 5 для команды Onris. Влетает флешечки. Времени все меньше и меньше. Депускиты есть у команды Альтернет. Что? Ретейк 5 в 5 без единой потери хелспоинтов. Это вообще куда? Это вообще как? Чего? Поставленная бомба. 5 в 5. Немцы не теряют ни единицы хп вообще. Это вообще как? Это вообще те Onris? Или это эндпоинты перелогинились на Onris? Что-то пока очень непонятно. Очень непонятно прям. А тем временем в рывчике Крейс находит фраг на Таза, размен от призма также. Есть 4 в 4. Так, по чуть-чуть отходят, отступают ребятки. Рейк оформляет Крейс и Слакс на размене. Стом также подправляет здоровье Слакса. 2 в 3. Нет информации по Мирбито. Тот находится на бусте. Видит... Ага, все, прямая информация появляется. Молик залетает на сайт. Стом должен отойти. Влетает хаешка. Есть фраг от Стефана. 2 в 2. Призм в интересной позиции, которая может быть нечитаема сейчас, потому что Рейка прикрывает. И ох, какой неудачный тайминг, но Стефан... А чё по стрельбе, команда Onris? Чё по стрельбе, ребята? Вы же там попадали против эндпоинт, как не в себя вообще. Ага, флешка есть, Рейка за цементом. И времени хватает, да, у Мирбита есть дефус-киты. Это, дорогие друзья, 15-2. Что по стрельбе у поляков? Что по стрельбе? Есть какие-то предположения? У меня, например, ни единого предположения нет. Вообще. Ац вообще никак. Но давайте вам покажу кэфы на Best of 3. Это 6-25 на команду Onris и 1-10 на команду Alternate Attacks. В Onris уже по рематчу не верит совершенно. Вот прям от слов совсем. Я тут смотрю на вторую карту, более-менее такие ровные кэфы, но с такой стрельбой я не уверен, что Onris возьмут там хотя бы раундов 10 на своем дасте. При том, что ничего такого альтернатива. Они просто выходили все время на аплент. Они просто выходили на аплент, и, может быть, Onris не практиковали карту Вертига давно. Я не знаю, не скажу, я не понимаю, честно. Совершенно разнится игра, и стрельба у команды Onris, как это было в матче с Endpoint, что мы видим сейчас, они просто не попадают. Либо очень жесткий, опять же, альтернейты, но 16-2, который возможно. Ну, пока план отмена, ладно. Возможно, третий для команды Onris. Ну, вряд ли тут прям будут потеть, они, скорее всего, уже отпустили эту карту и будут готовиться морально к карте Dust 2. Мир бы-то чекнут? Чекнут, только толку.
Типа... Тасс получает хэт. Дает хэт. И дальше должен погибать у него ХП. От Стефана одна единственная пуля. И все. И Тазу конечная. Ну, время есть еще у Таза. Попытается как-то обмануть, обойти через рампы. И возможно... Ну, там у Стефана слишком такая хорошая позиция. То есть Тазу нужно спускаться с рампы, пытаться одной головой показываться. Таз... Ох ты, Стефан впитывает намного больше урона, чем планировал. А, по всей видимости, смог откидывается. Стефан... Но тут по одной пуле каждому. Просто по одной пуле. У Таза еще есть время, чтобы разыграть. Возможно, будет заходить в смог. Это Таз The Clutcher. И дает свой хедшот. Ну, близко. Близко. Казалось, что Таз уже должен проигрывать в ситуации 1 в 2, но Таз помнит. Руки помнят. Все помнят. Понимаете, о чем я? Но денег у команды Alternate Attacks практически нет. Залетает МПшка, залетает какая-то чешка, что-то там еще залетает. Не видно по этому ходу, что залетает куда, потому что все разбегаются на ножах. Но зато у Лонрис имеется два калаша, одна М-ка, один Галил. И МАК-10 также есть, в случае чего можно будет подфармить. Но если такой фор забирают у Alternate Onris, то это, возможно, выход на пятый раунд для себя, но... Путь камбэка, но очень долгий. Прям вообще очень долгий. И такое случается крайне редко, особенно когда тебя в 2.15 уже там на кошмаре очень сильно. То есть Alternate Attacks могут сейчас стакаться на базе А, на базе Б, пушить центр. Для этого есть куча раундов, абсолютная куча раундов, чтобы пробовать хоть как-нибудь забрать этот один раунд. Призм оформляет первый минус в раунде под номером сколько? 19. Погибает скранк, выход на аплент. База Б сегодня вообще будет у нас? Ребята, что за выход на апленты? Ну, хотя бы кто-нибудь покажите. Слаг встает 3 точных попадания по Нео через смок стегла. Это вообще адекватно? Нет? Я не понимаю. Диффузов нет. У альтернетов возможный сейф. Если сейчас не сработает спина, а спина идет очень долго... Ну и, по-моему, уже никуда Alternate Attacks не пойдут. Таз, будучи в блайнде, пробивает Стефана. Хедшотами все-таки защита пошла. Крейси находит фраг на призма. Есть размен от Рейка. Рейк дает еще в хедшот на Крейси. Ну и там уже руки в ноги и бежать для Мирбита. Что у него там было-то? Какой-то дигл? Или какая-то чешка? Чешка у него в руках. Да, есть четверочка у команды Onris. Четверочка имеется, взрывается. Игрок атаки не успел убежать. Потерял свой девайс. А там был какой-нибудь Галил или... Ну все равно неприятная потеря, как бы то ни было. Сейчас как бабахнут на ТБшку. Как бабахнут внезапно. Не, если пробивает ТБ, то это как бы уже поплава для альтернет. Стопроцентная. Я думаю, они соберутся, возьмут там какие-то паузы, но реально, если будет ТБшка, то альтернет очень сильно напрягутся. Как и те, кто верил в команду Alternate Attacks. 11 мап-поинтов. Ну, типа да. Всего-то 11 мап-поинтов. Ну, скорее всего, уже 10. Учитывая, что этот раунд вряд ли заберут. Там 2 юспа, чешка, один под 50-й. Вся эта история. А в матче параллельном там все гораздо жестче. Там счет 13-9. Викинги вроде бы взяли начало второй половины, но уже 4 подряд отдают защите и той команде, которая выбирала себе эту карту. На центре просто как засады сейчас. Что происходит? Что происходит, спрашивает Рейк. Просто полетели. Все куда-то полетели. Нео в спине. Убивает одного. Подстреляется второй. И третьего с юспа не получает. Точнее, не с юспа, а с эмки. Закончились патроны. Стефан дал свой хедшот. Эмку он, скорее всего, не подберет. Боится, что могут девайс не отдать. Ну и Стефан сейчас чекнет. Говорит, ребята, хочу М4А4. Дайте мне ее. Спасибо. Ну а тут стомп еще. Видите? О, что-то там посыпались викинги. Посыпались. Ну там может быть 2-0 в том матче, как и в этом матче может быть 2-0 вообще спокойно. Абсолютно спокойно. Но если там понятно, почему 2-0, то здесь не очень понятно, почему может быть 2-0. Но пока вот, если говорить, что если даст свой Onris не заберет, то как бы извините, но...
придется бороться им уже в матче Десайдере, и, возможно, там, опять же, сталкиваться с командой Endpoint, а те сейчас на викингах разыграются, почувствуют силушку богатырскую, и как начнут убивать людей налево-направо. Хаешка влетает по лестнице, но Тасс не подставился под эту хаешку. Первый фраг для команды Onris. Камбэчная пошла. Камбэк-машина в действии. Не, ну в какой-то более-менее вот прям камбэк на этой карте я поверю только при счете 15-10 или 15-11. Где-то вот типа такого характера. Не раньше. Потому что даже до этого параметра еще нужно добраться. А путь очень долгий. Даже до десятки путь — это 2-3 девайсных раунда от команды Alternate Attacks. То есть этот и еще парочка девайсных для альтернетов будет. А что ты смог, ты достаешь Нио? Ой-ой-ой. Промах неприятный сейчас. Снайпер не отпускает. Ровно по спинняке получает слакс. Смог на плент. Две всякие флешечки. Отваливается еще и Кресси. Ну и команде Alternate Attacks по-хорошему бы сейвить свои девайсы. Скранг бит и 20 хп. Снайперскую винтовку уже не спасти никаким образом, ни чудесным, ни не чудесным, вообще никаким. Шестой для команды Onris. А вот теперь ребята из Польши проснулись. Поздно, но проснулись. Такие: что тут у нас, вертига? 15-2, ребята, включаемся в борьбу. И включились. На 4 раунда точно включились. Но пока не больше. Легкие допы. Думаю, до 8-9 Onris дотянут. Может быть, типа... Но все равно путь очень долгий до ТБшки. Ну, 8-9 реалистично, да. То есть сейчас они могут выйти на 7-й, если двум М-кам не отдадутся дальше девайсны, и там тебе уже как раз-таки 8-9. Как бы... Почему нет? Паузу альтернет для себя не берут. Пока что нет в этом большого смысла. Возможно, будет смысл, когда будет следующий девайсный раунд. Перед ним уже можно будет подумать, какую-то позицию подпушить, какую-то позицию оставить. И вот те самые моменты. Скран просто на калаше врывается. Говорит: ребята, смотри, что вижу. Второго не получается. Тасс находит франк. Франк. Ну, возможно, и франк находит, но пока что только фраг. На противнике. М-ка остается у Стефана. Есть парочка диглов. И Стефан под бустом гуляет, та ждет поджима на центре. Там Крейси хочет девайс какой-нибудь. Комментатор гоудопы. Ну, если бы я мог на это влиять хоть как-нибудь. Но, скорее всего, нет. Рейка ждет поджима. Флешечка пошла. И бежать. Ага, плюс калашников для Крейси. Что за человек? Паук такой-такой прыгнул и на лестнице такой: хоц! Ну, кстати, Крейси находит свой фраг. Да, остается на 5 хп, но все-таки спасается бегством. А это 3 в 3. Ситуация опасная для команды Onris. Сейчас. Полетели смоки, флешечки. Сейчас бы как хаешку запульнуть под Крейси. Но это свой. По-своему нельзя, конечно же. Еще смоки влетают. Хаешку на плент. Ну, не то, что прям больно, но тоже было неприятно. То есть он становится хедшотным для М-ки в данный момент. Тазы валят. Кстати, китов-то у команды Alternate Attacks не имеется. Там выходы пошли. Не казалось, неплохой зажим показывает игрок с ником Призм. Ой, тут как? Тасс распластал пацана. Тасс, чё ты? Ну, побойся кого-нибудь. Что происходит? Короче говоря, в чем, собственно, смысл всего происходящего? Того, что Onris почувствовали игру. Вот сейчас я более так уже стал уверен в том, что Тасс у них будет получаться гораздо лучше, нежели эта карта сейчас. Они, конечно... Ой, как там, да, опять я отреагировал. Все, триклушечка и на тебе просто туда. Короче, на Дасте я думаю, что будет бой. Раз уже Onris раскачались, альтернеты немножечко подотпустили, расслабились, то вот на Дасте я думаю, что будет борьба. Не факт, что будет прям победа команды Onris, но вот то, что борьба будет 100%. Там рынчики пошли, скранг под смачок. Куча гранат от атаки влетает на старте этого раунда в рампы. Хаешки полетели, но там уже с рампов срулили Onris. Чей пик? Это пик команды Alternate Attacks. Выбрали себе вертига. Onris выбрали себе карту Dust 2 и, возможно, Decider, если он влечет по картам 1-1. А такое вполне может быть. То там еще и трейн посмотрим.
А вот если уже он и Сидотрен доберутся, ох, я чувствую, там так развалит. Ой-ой-ой. К сожалению, 15-15 будет. Ну, почему к сожалению? Если это будет 15-15, это будет, прикиньте, какой камбэк, эмоции, взрыв. А потом все равно альтернет заберут 19-15, да, вот эта вот история. Чтобы обиднее было. Угу. Да, тем временем еще викинги отъехали на вражеский. Ой, тут как больно прилетает Рейка и Призму. Еще и Стронг также складывается. Таскранг находит свою смерть от Неонов или Филипп Кубский. Последний, 1 в 4. Это ГГВП на карте Вертига. В данный момент... Ох ты, прилетает еще от Крэсси. Это 16-7. Так вот, на Детрейне команда Lingvi Vikings поиграли также. Там была тоже не такая большая... интрига. По итогу 9-16 летели на трейне. Но сейчас для обеих команд аутсайдеров, что для команды Онри, что для команды Lingvi Vikings, будут свои карты родные, скажем так, которые себе выбирали. Ну а я пока что перейду на камеру.